Можете и скорую вызвать. Ей, наверное, плохо. Не, Степа, не переживай, ей неплохо. Я не первый раз наблюдаю, как она зелье варит. Вот с ней всегда вот так. Она перед тем, как варить зелье, сначала какие-то шаманские ритуалы должна вот там проплясать, протанцевать, прошаманить, и только потом она приступит к зелье варенью. Бабуль! Может, хватит жопой дрыгать? Давайте начинайте уже зелье варить, у нас времени там мало, вакцину надо! Приступает потихоньку. Так, сейчас все тихо, не шевелитесь, не двигайтесь, рот на замке, мелкий, ты больше ничего не говори. Можешь камеру поставить, записывать вот эти весь ролик. Все, сейчас тихо. Спички! Клизма! Обручальное кольцо! Два яичка! Куриных! Обязательно куриных! Куст лаванды! Засохшая какашка мамонта. Молоко пингвина. А что такое бывает? Колесо. Два бутерброда. Бабуль, а вы уверены, что с этого вакцина получится, а не какое-то химическое оружие, а? Жопа мангуста. Обязательно жопа мангуста. Кетчунес. Один волосок Стёпы. А, бабуль, если не сложно, давайте все волосики Стёпы. Я же не зря его на лысо-то стриг, ну хотя бы, чтобы использовать все волосы, не один волосок, он же меня сейчас прибьет. Стёпа, тебя по башке стукнуть? Да она преуменьшает, Стёпа, она спрячь биту, она преуменьшает, она все волосы выкинула, ты же все волосы выкинула. Скажи, что все волосы, так, все, давай, шамань, делай что-то уже. Дерить, колотить, бабуль, ты чё творишь? Походу пошел процесс, пошел процесс, сейчас зелье получится из жопы мангуста, из колеса, из обручального кольца, клизмы и всего остального. Ты смотри. Ну все, милок, готово. Мелкий, ты все на камеру записал? Все записал? Степа, видишь, не зря мы тебя на лысо постригли. Так, давай ставь вакцину. Вакцина? Вакцина. А еще? Че, только две бутылочки получилось? Да нам хотя бы штук 30-то надо. Милок, это максимум, что я могу сделать. Так, одна вакцина. Здесь одна, так, у нас три вакцины получается. Так, хорошо, вот это я забираю. Подождите, а сколько у нас зараженных-то? У нас зараженных где-то штук 6 или 7. Так, а как тогда всех вылечить, если у нас только три вакцины? Наверное, нужно будет делать то же самое, что мы сделали с Франкенштейном. Ну вот, с тобой, Геннадий Петрович, загнать его в ловушку и потом кинуть зелье сразу на всех сразу же. С тобой, Франкенштейн, с тобой, Степа, так было. Ты, главное, мою дочурку, Леночку, вылечи! Это даже не обсуждается, бабуль! Если не вылечишь, я тебя в кабана превращу, я тебе отвечаю! Да я все понял, я тебе обещаю, то, что Елену Ветрянкину я тоже вылечу, все будет! Я тебя из-под земли достану! Бабуль, я вылечу Елену Ветрянкину, успокойтесь! Так, все? Все готовы? Ну тогда отправляемся в город. Все, бабуль, низкий вам поклон. Спасибо большое, то, что помогли. Я обещаю то, что Леночку я вылечу. Все будет. Все, давай, мелкий, Рикардо, Геннадий Петрович, Степа, давай. Пошли. Давайте, не отставайте. Короче, прямо сейчас идем. Забаниваем всех в мой гора. Они-то нас как нашли. Елена Ветрянкина и бомжара. Быстро внутрь! Внутрь! Итак, давайте застраивайте пшеницу, вот эту ставьте. Ломайте все, что только есть, и застраивайте, чтобы они сюда не попали никак. Так убери вот эту фигню. Опа, давайте заставляйте вот это все. Офигеть, а как они нас нашли? Бомжара! Так, ладно, пойдемте на второй этаж, может у бабульки есть какой-то потайной выход, или через крышу выберемся, или через какой-то подвал, я вот не знаю. Гена? Геночка? Гена, ты дурак! Ядрить, колотить, пацаны, мы Гену потеряли. На второй этаж! На второй этаж, быстро!
Давайте, мелкий, став в шкаф, Молодец, молодец, так. А сейчас-то нам что делать? Ядрить, колотить, да я ж вспотел седьмым потом просто. Что нам делать? Как нам выбираться? Через окно выпрыгивать? Это уже самый верхний этаж, как мы отсюда выберемся? Бомжара, тебя прям расплющило реально, как будто пчелы покусали. Так, через окно или... Зачем через окно, если здесь есть проход на крышу? Так, сейчас я проверю, и потом вы за мной. Ну вроде безопасно, давайте сюда, забирайтесь все вместе. А сейчас-то куда? Прыгать с крыши? Да здесь же дом же такой огромный, такой высокий. Если прыгнешь, разобьешься к чертовой бабушке. Давай, Степа, давай. Ага, молодец. Куда сейчас? Я сомневаюсь, что в этот раз кто-то за нами прилетит на вертолете, как это было в предыдущей серии, когда за нами Рикардо прилетел. Я сомневаюсь, что сейчас это так сработает. План есть какой-то, как отсюда выбраться-то? Ну, как всегда, идей у вас по центре вообще нет никак... Здорово, бомжара, я уже соскучился! Так, тогда давайте забираемся выше! Вот сюда, надеюсь, что здесь они нас вряд ли смогут достать. Давайте! Быстро, Степа! Сейчас вариант только один. Прыгаем в воду. Давай, Рикардо, ты первый. Мелкий, ты за ними, потом Степа. Давайте, быстро. Подождите, отбой. Мелкий не умеет плавать. Мелкий, тебе 7 лет уже скоро, или сколько тебе там лет? Ты до сих пор плавать не научился. Хотя я сам где-то в 10 научился, наверное. Так, ладно, тогда план вот такой. Пока они нас не достали до сюда, тогда, мелкий, ты остаешься здесь, а мы со Степой и Рикардо прыгаем. Все, Рикардо, давай пошел, Степа, ты за ним, давайте быстро. А, ну, кстати, да, мелкий же мелкий, маленький, его же нельзя здесь оставать, тогда его бомжара сожрет просто заживо. Ладно, тогда план другой немного. Тогда давайте делаем так, Степа, ты здесь остаешься с мелким, земля вам пуховик, а мы с Рикардо прыгаем. А? Вы что, обалдели? Спрячь биту, ладно, тогда план третий. Вот, Рикардо пишет умные вещи, мелкий, может, за лианы тогда зацепишься. Ну, нужно же становиться мужиком когда-то. Ну, я понимаю, что тебе 6 или 7 лет. Стань мужиком, прыгни, ты не утонешь, мы тебя спасем. Мелкий, у нас выбора нет, Рикардо, прыгай. Прыгай, давай, быстро. Первый пошел. Степа, давай за ним, давай, прыгай. Второй пошел. Мелкий... Нет варианта, нет выбора. Третий пошел, мелкий. Давай, не очкуй, будь мужиком! До свидания, собаки красножопые! Мелкий! Спасайте мелкого, спасайте! Мелкий, наружу, да, наружу, давай, поднимайся. Дыши глубже. Выталкивайте его вот сюда. Ой, божечки, чё ж ты такой стресс-то просто с одной вакцины, как они нас нашли? Все, погнали отсюда к чёртовой бабушке, ко мне домой, пока они не спустились, пока они за нами в воду не прыгнули и пока они опять не начали нас догонять. Так, пошли, времени очень мало, вакцины я взял, все, зал, давайте быстренько за мной. Топаем ко мне домой, запираемся в гараже, придумаем план, как заменить вот этих всех красножопых чупакабр ко мне в гараж, и чтобы бросить всего лишь одну вакцину, чтобы она сразу их всех превратила. А то у нас всего лишь 3 вакцины, а зараженных у нас целый город. Сейчас осторожно. Аленка может быть до сих пор здесь. Аленка! А ты случайно не знаешь, где Ванчос? Нам его вылечить надо! Не? Ну и хорошо. Валим отсюда, пока она нас опять не напала! Быстро запендюливаемся в гараж, закрываем за собой двери и думаем, что делать дальше. Давайте, проходите внутрь! Опа. Фу. Ну вроде, пока что мы с вами в безопасности. Так... 3 вакцины у нас есть. Сколько у нас зараженных? Елена Ветрянкина, Бомжара, Ваня. Это 3 получается. Михалыч, 4 получается. Аленка, это 5 получается. Кто еще?
Ритка! Ритка, конечно, Ритка это 6. Получается, кто еще? Мне никого не упустили. Ваня Михайлович, вот это Геннадий Петрович, Елена Ветрянкина. Короче, или 6, или 7 примерно. Я точно сейчас не знаю. Нам надо хотя бы двоих, троих заманить в гараж. У нас всего лишь 3 вакцины. Всего лишь 3. Мы можем их исцелять партиями по 2, по 3 человека. Но надо их как-то сюда заманить. У кого-то есть какой-то план, как можно сюда заманить зараженных, а? Ну, нет так нет. Ладно, тогда будем действовать по такому же плану, как мы делали с Франкенштейном. Кто-то должен быть просто наживкой, кто-то должен заманить всех сюда, а кто-то должен бросить зелье. Кто будет заманивать сюда зараженных? Давай ты, Степа! Какой я? Мне 50 лет! Кости сыпятся! Ой, отмазки пошли, отмазки пошли. Ладно, тогда давай ты, Рикардо, ты у нас накачанный. Давай тогда ты будешь бегать по городу. А я почему? Мелкий, самый молодой, пускай он самый быстрый. Ну, кстати, хорошая идея, да, мелкий? Ты самый молодой, самый быстрый. У тебя еще вот эта молодая кровь бурлит внутри. Ты будешь бегать, все это не обсуждается. Ты самый аппетитный, поэтому на тебя будут клевать вот эти зараженные. Так, забираем вот эти все вакцины. План очень простой. Я их привлекаю, мелкий, ты их заманиваешь. У меня в ресторане есть фейерверки. Мы просто в ресторане не были после Нового года. Как раз таки в нем мы и отмечали этот самый Новый год. Поэтому там еще и остались вот эти салюты. Степа, ты сейчас бежишь в мой ресторан. Забираешь все фейерверки, которые... есть, и встречаемся, давайте на крыше банка встречаемся. Все же знают, как туда забраться. Все, Степа, беги ко мне в ресторан, а мы по центре давайте на крышу банка. Давайте быстро! Мелкий, ты сегодня прям реально станешь настоящим мужиком. Ты с крыши спрыгнул, уже поплавал, плавать научился. Сейчас еще поубегаешь от зараженных. Так, все, давайте все за мной забираемся, ждем Степу, пока он прибежит с фейерверками. А я пока тебе, мелкий, объясню, что тебе нужно делать. Смотри, я пускаю фейерверк, собираются зараженные. Ты просто бегаешь вокруг всех этих домов и просто тянешь время. Нам нужно собрать где-то 3-4 зараженных, минимум 3 штуки. Когда соберем, я тебе дам знак, ты бежишь в гараж, я иду за тобой, ты их туда заманиваешь, я бросаю зелье и вуаля, как бы до свидания, красножопая ветрянка, мы всех вылечили. Все хорошо, мелкий, договорились? Все отлично, хорошо, что ты со мной всегда согласен. Иди становись вот туда, иди вот туда в центр, прям на перекресток. Давай, давай, давай! Камеру можешь там установить, кстати, установи там где-то камеру. Прям на перекрестке установи, мы будем записывать все. Потом после вот этого зомби-апокалипсиса выложим ролики, прям сезон выживания нафиг. Мне кажется, это реально крутая идея, учитывая то, что красножопая ветрянка реально очень страшное заболевание. Степа, давай сюда, быстро. Мелкий, как бы вот это, ни пуху, ни пера. И заранее земля чепуховик, ну это так, чтобы нам... Осторожно, чтоб наверняка. Степа, принес? Выбрасывай давай. Давай. Мелкий, ты готов? Это хорошо, что ты готов. Тогда давай. Раз, два, три.